Книга «Открыта оком». Вопрос 2361, том 10, тема «Царь». Был ли за русский язык святой царь Николай II? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никаких его высказываний относительно пользы русского языка за богослужением нигде не читал и не слыхал. Но есть сведения, что он не был за скорейший созыв собора, на котором было восстановлено патриаршество и избран патриарх Тихон, и поднимались эти важные вопросы. Богослужебный язык русской церкви. Страница 46-я. Члены Синода обратились к государю-императору с просьбой разрешить созвание собора епархиальных епископов для учреждения патриаршества. Государь Николай Александрович дал принципиальное согласие на созвание такого архиерейского собора, но при этом, цитата, «предоставил себе созвать собор, когда наступит благоприятное для сего время». Как мы знаем, благоприятное время так и не наступило, и вместо предполагаемого архиерейского собора состоялся поместный собор сразу после крушения монархии. Страница 51. Государь удерживал и не дал своего согласия не из-за каприза или амбициозности, но как человек, одаренный свыше способностью слышать волю Божию. Ему был известны господствующие в то время настроения. И можно лишь удивляться стойкости этого человека, не поддавшегося на пагубный шаг. То, что решение грядущего поместного собора по замыслу многих его участников должен был изменить весь строй церковной жизни, несомненно, и как и то, что промыслом Божьим этому не надо было сбыться. Кавычки закрыты. Не надо, это оно. Да. Еще раз прочту. То, что решение грядущего поместного собора по замыслу многих его участников должно было изменить весь строй церковной жизни, несомненно, как и то, что промыслом Божьим этому не дано было сбыться. Плач Иеремии, 4 глава, 20 стих. «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов». Премудрость Соломона, 6 глава, 5 и 8 стихи. «Страшно, и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, но начальствующим предстоит строгое испытание». Первая книга Царств, 15 глава, 11 стих. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». «Не бойтесь, не страшитесь самозванцев, толкующих Писание произвольно. Без компаса, без карты мало шансов достичь до цели по путям окольным. Их кушанья – сектантские трапезы с отравленным вином в больших сосудах. Всех распалят и не отпустят трезвым. Вдруг померещится придерзостное чудо. Перед тобой по этой же тропе в такой же эйфории шли по кругу, за руки взявшись, стали хором петь, похвальные слова раздаривать друг другу. Они не церковь, эмиссары смерти,
заморских доморощенных идей умеет сходы шапки сбить и убедить поверить, что проповедник их спаситель, не злодей. Народ священников держали в темноте, народ священники держали в темноте и ничему не научили вовсе. Теперь, чтобы вырвать их оттуда, нужно попотеть. Борьба идет за души и за кости. Беснуются эстрадные артисты, сектантские актеры с микрофоном. Все на столах заблевано, нечисто. Бороться с нечистью не иноком Сафона. Страшнее сект у нас, где проповеди нет, там поприще еретикам готово. На богослужениях свечи, на богослужениях свечи нечистый свет, власяницей натянуто на слово. Бьет колокол глухим по перепонкам, дешевым ладаном обкуренные спят. Из взрослых сделали игрушку для ребенка. Трубил я 40 лет о том и протрублю опять. С Иисусом нашим, словом воплощенным, кошмар церковный сможем одолеть. Вновь окрестить испорченно моченых, чтоб с мертвым батюшкой самим не околеть. 17 июля 2004 год. Игнатий Лапкин.